На участке улицы Демократическая кипит работа. Здесь сваривают и укладывают полиэтиленовые трубы. Они обеспечат резервное водоснабжение стадиона «Самара-Арена». Общая протяженность двух водоводов больше 4,5 километров. Диаметр труб более метра. Также эти водоводы обеспечат водой и новые дома. Часть работ самарские коммунальные системы уже завершили. Проложили под улицей Демократической и Московским шоссе специальные футляры, в которых и будут находиться водоводы. Причем укладывали методом горизонтального направленного бурения. Работы шли без вскрытия дорожного полотна и остановки движения транспорта. При укладке используют только современные материалы. Вот эта труба выполнена из полиэтилена. Это наиболее современный материал, который повышает надежность транспортировки воды и обеспечивает надежность при ее эксплуатации. Эта труба 1200. Вот вы, если обратите внимание, то у нее внутренняя поверхность гладкая. Это увеличивает пропускную способность. Также полиэтиленовые трубы, у них увеличенный срок эксплуатации. Строительство началось в мае этого года. Сначала на участке провели большую подготовительную работу. Вырубили деревья, демонтировали 50 незаконных гаражей. Сейчас строительные работы в завершающей стадии. Уже установили 6 монолитных водопроводных камер. Остается еще 4. Эти камеры в первую очередь нужны для установки запорной арматуры, которая позволит регулировать водоснабжение и перекрывать при необходимости поврежденный участок. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы самарских коммунальных систем, которая выполнена на сумму около 2 миллиардов рублей. Строительство водоводов полностью планируют завершить до конца года. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События».